желаю удачи. Мы начинаем продавать билеты. Спасибо. Летучий корабль. Сколько стоит билет? Билеты по рублю. Очень хотели попасть именно на этот спектакль, в этот театр, потому что были уже на двух. Один раз по активному гражданину акции, один раз брали в кассе билеты. Вот очень повезло, что удалось на этот спектакль попасть. Откуда знали? Через Инстаграм. А по щучьему линию сказки «Печей» и «Летучий корабль». Мы очень хотели попасть на «Летучий корабль». Сколько стоил билет? По рублю. Спасибо большое, очень довольны, рады. Возраст и два на летучий корабль. Четвертый ряд, 2 на летучий корабль. Самый любимый моим детям. Моим внукам. Сколько стоит билет? В данный момент? Да. Рубль. Один рубль. Символическая цена. Сколько билетов? 4. 4. Да. У нас многодетная семья. Отлично. Я вас поздравляю. Спасибо. Многодетная семья, трое детей разного возраста. Я бы хотела порадовать оптимально и тех, и других. Хотела бы взять на переходный возраст и отшельника рода. И сколько переводится потратить на это все? Ну, как в акции указано, 4 рубля. А я хотела бы попасть на встречу с Усачевым, Андреем Усачевым. А моя старшая дочь очень любит читать, прочитала много книг его, и поэтому очень-очень ждет вот данной встречи. Ой, я хотела, конечно же, помимо дочери, себя и среднего сына, пригласить, конечно, еще друзей. Но как получится, не знаю. Идем вчетвером, будем приглашать еще подругу или друга. Понятно, я вас поздравляю. Спасибо большое.